Алло. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Это колл-центр. Да, здравствуйте. Можно к вам за помощью обратиться? Да, конечно. У меня температура средняя уже держится. 37,4. И боль в горле. Вот. Есть слабость. Аппетита нету. И еще ломота в теле. Вы кашляете? Давно у вас кашель? Кашель это уже второй день, наверное. Второй день. А лома... мокрота и кашель? Выделение мокроты? Иногда бывает. То есть вы отхаркиваете? Да. Также до скольки поднимается у вас температура? Это до 38. Вы контактировали с людьми или, может, вы работаете? Ну, да, контактировала, я все равно на улицу выхожу. Сколько вам лет? 52. Давайте, красавчик. Все, удачи, все, поехали. Я не знаю, что я буду сказать. 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 Я не А если я то сам тебе стабильно утрутан, да, когда гитлер идти по зайцу покрыта, а зайца риста, такие меди кондрюкзы, другие на ноль гочер по, не узин не мескал гель по то узин кнуть, а за кондрюкзы всем то сам стабильно ухват тоже. Это же стабильно считается всем то сам, да? То сам уже так что, да? Я студентка 6-го курса по направлению лечебное дело. Были такие дни, когда я почти что не отходила от телефона. Я точно не считала звонки, но это было вот бесперебойно. Даже были звонки в 2 ночи, в 3 ночи. То есть я сплю и просыпаюсь и начинаю отвечать, потому что я не вот без конца звонили. Потому что это было, ну, это было, наверное, вот середина июля. Иногда приходилось на время хотя бы, чтобы поспать, отключать телефоны. Но это было очень редко, когда мы отключали телефон, это когда уже совсем было тяжело, да, уже. Ночью было звонков
чуть меньше, чем днем, но их тоже было много. Но в основном ночью звонили уже те, у которых, которые просто не знали, что делать. Уже у них была сложная ситуация, они уже были в паническом состоянии. И вот снова ночью звонили такие пациенты. С конца июня, получается, я заболела, и мы, наша вся семья болела. Мама была немножко в тяжелом состоянии, но ну, я за ней ухаживала, смотрела, но параллельно я успевала принимать звонки. Я сама тоже болела в это время. Например, недавно вот мы вспоминали тоже, у нас еще в старом офисе была такая ситуация, именно во время ковида мы, оказывается, спасли жизнь папе одному из наших граждан, отцу. У него, оказывается, нету денег, он бедный человек, да, как бы он хотел чем-то помочь, но он помог тем, то, что с утра наши вот Азирет, там ребята, Асхар Алмазович, они были в офисе, спали, было очень рано. Он, оказывается, пришел, кто-то начал подметать возле офиса. Вышли, сказали, что такое, да, ты почему так делаешь? Он, оказывается, заплакал, сказал: спасибо большое вам, вот вы спасли моего отца. Я, к сожалению, ничем не могу помочь, но хотя бы вот помочь вам, сделать тут какую-то уборку, сделать что-то приятное для вас, я как бы могу, делаю то, что я могу. Да. И, соответственно, у нас тоже слезы, у него слезы, да. Эти моменты такие, знаете, пока их не переживешь, я не знаю, они такие эмоциональные, особенно в такое тяжелое время. Народ просто так сплотился, знаете, если бы народ бы не сплотился, мы бы, наверное, эти времена пережили достаточно таки сложно и печально, да? Твои родители родные против, нет? У меня, конечно, были против, да, поэтому я не смог выйти во время первой волны коронавируса. Они говорили, если ты хоть даже выйдешь, может, ты не будешь как-то болеть, но заразишься и нас заразишь, да? А у нас возраст намного, ну, критически, да, что они могут, иммунитет слабее, чем мой, например, вот поэтому. А сейчас я как-то их уговорил, убедил, каждый день говорил, обрабатывал, да, их информационно. Да, сейчас они уже ничего не говорят. Я им говорил, что я выйду отдельно на квартиру, чтобы оказывать помощь. Вот, например, да, многие у нас действительно волонтеры даже либо оставались в офисе, либо выходили на квартиры. Вот у нас одна гостиница нам предоставляли вот для волонтеров, нашим волонтерам, места, чтобы они могли пожить, те, кто, например, не могут, да, по семейным обстоятельствам, чтобы не заразить, идти домой. Я, например, всегда домой шла тогда, когда нету мамы. Перед, конечно, приходом домой я полностью мылась антисептиком. Потом только заходила домой, сразу в душ, все в стирку, все вещи, все-все. Потом вытаскиваешься обратно, одеваешься, все дома обрабатываешь, чтобы вот, ну, тоже мама в возрасте, и тем более повторное заражение было или нет, в то время еще никто не знал. А сейчас уже действительно есть люди, которые повторно болеют этим. Есть повторные заражения, и, к сожалению, много. Да. Можно? Да, да. Дом 4, да? Это, получается, выше Ахумбаева? Все хорошо приедет. Все хорошо приедет сейчас. Центр инициативной молодежи салынарлы. Жаштар демилге барбарын айтып. Келдик биз эч таш коспу. Аябай катты тумчуп, анан суу берип антиментип, колум алып эметипчи. Да хосписке звонок кылып, врач качы. Ошентип, анан эметип атсам, кайра ооруп калды да балам. Анан бул
уже екінші жолы қату қайталап жатты да. Тұрып-тұрып ауа жетпей тұмшығып қалам. Көп-көп болып температурасы 34, анан сатурациясы 70-74-ке түсіп қалды. 87. Анан қорқып уже зәне қолдым біраз. Қазір жақсы ғой бұйырса. Ал 87 екен. Мен де аппарат алғанмын, ошо уламнан тексеріп атам да. Уламнан лечу шындан алдым. 89 болды. Врачтар қорса болады деп айтты да, же? Аппаратта. Ошо эми детский хосписте че? Бул жерде детский хосписте 3 күн жатып келдик. Аппаратта жатып келдик. Вначале выходили мы, без СИЗа выходили, шортик футболка меняли, первый день, концентратор, их концентратор бергенде. Сразу концентратор бедель мен объявление чарлотта, кому тяжело дышать, дебч, без СИЗа уже вызов торгов, всего что-то, да, и тогда вообще СИЗ пиздала на лах топ вот. Тюни алдык, вечно алдык концентратор, потому что тюни мель уже чекать, кому забыла. Индивидуальной защиты, костюмы белые, синие, есть одноразовые, есть многоразовые, это многоразовые, антисептики, канюли, ваты, спирт, некоторые лекарства и другие необходимые средства. Вот здесь кислородные подушки, они необходимы для того, чтобы, если, например, кислородного концентратора нету под рукой, она ручная, механическая, вот. Если нажимать внутри кислород, он будет подаваться в легкие пациента. Ooh.
Номер на чеке? Номер первый. Хорошо. Я с этим годом беремеден, телеганно. С этим годом. Когда видишь, что твои одногруппники, однокурсники там помогают, а ты не можешь ничем помочь, тоже вот как бы я чувствовала себя странно, да? Я хотела вот хотя бы быть там, ездить бесплатно, ставить там капельницы, делать уколы. Ну или хотя бы, ну хоть так, да, проконсультировать, ну тоже же хорошо. Были ведь много пациентов, которые потом звонили и благодарили, что вот они выздоровели благодаря нам, что вот они не связывались ни с одним врачом, а вот звонили нашему колл-центру, либо нашему руководителю. Алло, здравствуйте, это колл-центр.